Алексей, поздравляем вас с победой. Матч для «Зенита», в общем-то, был не самый важный, так скажем. А какая мотивация все-таки у вас была? Да по-любому выиграть надо было, как бы, обыграться самим тем, кто меньше играет. Сейчас надо было проявить себя и поиграть в свое удовольствие. Какую оценку лично себе поставите по пятибалльной шкале? Себе? 4. Где-то так, не больше. Ну, Владимир Романович сказал, что вами доволен больше всех сегодня. Ну, это с его стороны, со стороны тренера, наверное, он как бы и доволен. Я со своей стороны мог бы и лучше. Ну, и хотелось бы, конечно, лучше выступать. Концовку регулярного чемпионата лично вы проводите очень хорошо. Готовы быть основным диагональным плей-офф? Готов. И ту-ту-ту, чтобы не сглазить, что провожу ее хорошо. Дай бог так и проводить. Так, готов. Не доиграл еще свой матч «Газпром». Непонятно, с кем «Зенит» сыграет в четвертьфинале. Вы лично кого бы хотели? Или не имеет большого значения? Нет. Кто попадает, с тем мы будем бороться, играть, выигрывать надо. Все равно, кто там, что там. Так что все равно. Спасибо, Алексей.